Рабочая обстановка на форуме «Байкал» чувствуется уже на открытии. Каждый участник уверен в победе именно своего проекта, поэтому силы времени вложили максимум. Алена Маринова, председатель правкома студентов Иркутского политеха, вместе со своей командой к форуму «Байкал» она разработала 5 интересных проектов. И все они направлены на развитие нашего региона или помощь молодежи. Это проект, направленный на запечатление различных моментов, красивых истории, красивых картинок нашего региона. Парк Ликтори – это самый любимый мой проект, потому что я сама человек творческий и всячески способствую развитию этого направления в наших студентах. Из-за пандемии форум «Байкал» пройдет в онлайн-формате. Участники представят проекты по 6 направлениям – туризм, молодежное сообщество, диалог культур, медиа, сибирский кампус и новое в этом году – предпринимательство. Впервые бизнес настолько сильно вовлекся в молодежные инициативы, и уже сегодня пройдут первые защиты предпринимательских проектов, где они могут найти своих инвесторов. Ну и самое главное, конечно, это составляющая выигрышная. Все-таки мы понимаем, что сегодня молодые люди должны понимать, как их идеи будут реализовываться. В этом году участвуют больше 1500 человек от 18 до 35 лет. Онлайн-формат позволил собрать молодежь из 11 стран. Результатом их разработок станут более 100 социально-экономических проектов, направленных на развитие Байкальского региона и страны в целом. Екатерина Сыроватская, Константин Синицын. Новости сейчас.